Добрый день! Слышно меня? У всех темный экран, да, все правильно, потому что мы тут пытались сделать, чтобы было оптимально видно все и всех. Вот, здравствуйте! Ура! Все, все появилось. Вот, мы сейчас чуть-чуть лирическое отступление небольшое пока вот. Так, видео видно, а не только чат? Это только у нас. Нет, вот Оксана пишет, что... Все видно, слышно? Меня видно, модель нашу видно прекрасную? Все отлично, аппарат тоже, наверное, я надеюсь, видно. Вот, сейчас мы пару минут подождем, кто опаздывает еще вдруг. И, соответственно, будем тихонечку начинать. Я вопросы буду читать с компьютера, вот, которые вы будете задавать. Если вдруг так получается, что вы задаете вопрос... А я на него все не отвечаю, не отвечаю, не отвечаю, не отвечаю. Значит, он ушел куда-то там высоко, можно его попробовать перезадать. Вот. Ну, соответственно, бывают, конечно, такие вопросы, которые все равно предполагаются в процессе вебинара быть ответственными, и, соответственно, могу поэтому на них отвечать. Но тут просто чат у меня постоянно идет, и могут они уехать. А вот вернуть обратно старые вопросы мне... не очень-то представляется возможным. Так. Ждем еще буквально минутку и начинаем. Так, эти реснички, да? Можно, конечно, трогать. А можем и смыть. Ну, да, может, могу. Заодно, как бы, просто тоже, да, не стойко? Да. Все. А заодно покажу, как смывать нашим. Сейчас еще делим реснички. Так, ну что? Так, смотрим, смотрим. Так, я так понимаю, что всем все видно и слышно. И скоро будем тогда начинать. А дай мне вот ту, такую штучку, вот там лежит, да, вот ее. Угу. Так, ну чего, я думаю, что 14.9, 14.10, тогда прям начнем. Так, ну что, коллеги, сегодня у нас 26 апреля 2023 года, и тема нашего вебинара классический ЮНФРС. Мы сегодня разберем с помощью нашей прекрасной модели Анастасии, как его правильно делать. И таким образом я смогу ответить в режиме реального времени на ваши вопросы, которые касаются этой темы. Поговорим немножко в процессе о как раз вот этой методике трансдермальной доставки активных компонентов, которая, собственно, используется не только в физиотерапии, называется там электрофорез, а используется в косметологии. Чаще всего в косметологии называют ее ионофорез. Дань англицизмом. Вот. Я иногда забываю смотреть в камеру, смотрю на чат, где ваши вопросы, так что прошу заранее прощения. Значит,
Что я хочу вначале сказать, да? Методика форетическая Йона Форес, она уже используется много десятилетий на самом деле, и у нее довольно-таки богатая история. В основном, конечно же, использовалась она в физиотерапии, называется она электрофорез, и сейчас используется активно в физиотерапии, потому что данная методика позволяет внедрить активные компоненты конкретно в то место, где они нужны без задействования системы ЖКТ, да, то есть желудочно-кишечного тракта, без введения, например, в сосудистое русло препаратов, потому что, например, многие препараты могут негативно влиять на желудочно-кишечный тракт. Ну, самый простой пример – это нестероидные противовоспалительные препараты, которые при введении локально, например, в область паравертебральную, когда он, допустим, у человека корешковый синдром, будут работать так же активно фактически, как если бы мы принимали их внутрь, но при этом не вызовут язву пищевода или желудка. Особенно если предполагается какой-то длительный курс применения. Собственно, в косметологию эта методика тоже достаточно давно уже переехала, и мы можем компоненты активные, которым надо помочь преодолеть эпидермальный барьер, то есть преодолеть роговой слой. И если у них, например, маленькая молекула, как у низко- или ультрамолекулярной гиалуроновой кислоты, даже проникнуть в дермальный слой, то есть преодолеть достаточно большое такое препятствие и уже оказать там свое активное действие. Каким образом у нас проникают активные вещества? Они у нас проникают по путям наименьшего сопротивления в форетических методиках. А форетические методики мы знаем, ну, не только ионофорез, это у нас и ультразвуковой форез, это у нас и лазерофорез в некотором смысле, это когда низкоэнергетический лазер используется, это у нас и, может быть, электропорация, когда переменным током мы вводим какие-то активные компоненты. И пути наименьшего сопротивления – это у нас выводные протоки сальных потовых желез и волосяные фолликулы, то есть естественные отверстия, которые, собственно, соединяют поверхность кожи с дермальным слоем. И поэтому, естественно, этот метод востребован, когда нам нужно в качестве заместительной терапии или в качестве обогащения просто тканей какими-то полезными компонентами, которые способны туда проникнуть глубоко, используется поэтому эта методика в косметологии достаточно активно, как форетическая методика. Вот. Соответственно, такое вот предваряющее наши действия вступление я решила сделать. Сейчас я буду нашу модель умывать. Вот, постараюсь, как Юлий Цезарь, делать два дела одновременно, рассказывать вам что-нибудь еще. Вот, ну и что важно, протокол процедуры, что мы сегодня будем делать, да, то есть мы сначала поверхностно очистим кожу, в данном случае снимем легкий мейкап, да, после этого мы сделаем подготовку кожи, то есть предуход, глубокое очищение при помощи энзимной пектиновой маски нашей любимой, и сразу могу анонсировать такую важную вещь, как выход энзимной маски в 100-граммовом тюбике. Во-первых, многие ждали тубу, потому что не все любят качать червеобразные мышцы кисти нашим дозатором, вот, чтобы такую большую порцию, допустим, выдавить, которая нужна. А из тубы достаточно хорошо она выдавливается. Ну, кроме того, конечно, это все-таки сделано было по просьбе многих людей, которым хочется взять ее куда-то с собой в таком вот маленьком формате. Подготовим кожу при помощи легкого массажа по энзимной маске. После этого маску мы уберем, протонизируем кожу тоником и введем препарат, который является золотым стандартом, так сказать, всех форезов. Это гель-концентрат с низкомолекулярной гиалуроновой кислотой. Соответственно, обезвоженность кожи, она есть практически у всех, поэтому даже в сравнительно молодом возрасте, в котором у нас находится наша модель, лишняя гиалуроновая кислота, так сказать, не будет. Поэтому мы увлажним кожу при помощи низкомолекулярной гиалуроновой кислоты, немножечко постимулируем таким образом выработку собственной гиалуроновой кислоты и подготовим кожу таким образом к
летнему сезону. Конечно, в идеале сделать курс процедур, но даже одна процедура в качестве процедуры на выход будет полезна. Вот, и завершим мы нашу процедуру маской, которую я лично люблю показывать на мастер-классах, потому что она дает очень хороший выраженный такой до и после. Это маска с эффектом фарфоровой кожи на основе двух наших препаратов: геля для сухой нормальной кожи Нео и лосьон концентрата Нео. Вот такой у нас план. Ну и завершим мы, естественно, нанесением завершающего крема, возможно, возьмем наш увлажняющий крем, может, еще что-нибудь возьмем, сейчас посмотрим, как пойдет. Вот. Помним, что мы наносим всегда очищающие средства гелевой текстуры, то есть все, ну или муссовые текстуры, все очищающие средства, кроме гидрофильного масла, на влажную кожу. Поэтому мы кожу увлажняем, и после этого уже можем очистить ее очищающим гелем. Очищающий гель вспениваем в руках, также и дома должны умываться. Вот, и, соответственно, наносим на кожу и очищаем ее. Я буду умывать Анастасию дважды, ну, как положено, собственно, в процедурах. И сниму на всякий случай с ресничек тушь, чтобы она у нас в процессе не поплыла. Вот. Первый этап очищения кожи общий я сделаю очищающим гелем. И чтобы вам просто продемонстрировать, вдруг кто-то у нас есть, кто первый раз сталкивается с косметикой Гельтек, я покажу текстуру мусса еще. Вот. Но между этим всем мы снимем макияж с области глаз. Вот, тональное средство мы снимаем. Можно было в данном случае, кстати, взять гидрофильное масло и первый этап сделать при помощи гидрофильного масла, нанося ее на сухую кожу, потом уже эмульгируя на коже с водичкой. Вот. Но в данном случае мы воспользуемся обычными очищающими средствами на мягких павов. То есть у нас в компании Гельтек нет никаких лауретсульфатов. Лауретсульфатов в наших очищающих средствах, поэтому можно, в принципе, брать любое, не ошибетесь, жестких их все равно не будет. Соответственно, можно будет использовать и мусс, и гель. Вот. Смотрите, я вам заодно, как раз учитывая то, что Анастасия пришла у нас с глазками, немножечко с макияжем, я как раз вам смогу показать, как можно при помощи нашего же очищающего геля, мягкого, очищать поверхность век. Вот. Для этого я немножечко с водой разведу его в плошечке, вот, нанесу на полупатчи, который я из ватного диска сделала, вот эту вот пеночку. Настя, посмотри на меня. Оп, сейчас положим сюда. Вот, и, соответственно, кладу под нижние реснички вот эти вот полупатчики. Закрывай. И сейчас мы будем с ресничек снимать. Что мы делаем? В водичку ватную палочку. Ватную палочку в наш гель, да, и, соответственно, мы, кстати, можем один ватный диск сразу положить, пропитанный гелем, на чуть влажный ватный диск, пропитанный гелем, положить сразу на один глазик, чтобы у нас растворялась тушь. Вот, и вот так вот, соответственно, ну, видно, там не видно, снимаем тушь тоже в водичку, в гель, тушь глазки. Гель глазки щипать не должен, потому что здесь нет никаких веществ, которые могут как-то агрессивно. Сейчас мы у Насти спросим. Щипит, нет? Конечно, нет. Но Анастасия на самом деле давно уже пользуется косметикой Гельтек. У нее есть и мусс, и гель дома, поэтому она прекрасно знает, что щипать ничего не будет. Но это удобно, потому что не нужно какое-то специфическое средство, например, для того, чтобы снимать макияж с глаз. Можно использовать обычный очищающий гель, который у вас, например, дома. Вот. Если только у вас какая-то стойкая тушь, профессиональная, там,
какая-нибудь, вот, то тогда, возможно, вам понадобится какое-то отдельное средство для снятия этой туши, потому что есть туши, которые снимаются только жиросодержащим, масляным таким, двухфазным каким-нибудь лосьоном. Вот, и, соответственно, тогда вам понадобится уже что-то конкретно для снятия данного косметического средства. Вот. И, соответственно, мы глазик пока не открываем. Вот, соответственно, мы дочищаем. Ну, вот три раза я прошлась. Потом берем просто ватный диск с водичкой. И потом мы его в конце снимем. И делаем то же самое с другим глазиком. Вот. То же самое. При этом второй, возможно, даже легче будет снять, потому что мы уже чуть-чуть подрастворили тушь. Вот, и, соответственно, точно так же мы снимаем тушь со второго глазика. Крутим вот так, да? Ну, вдруг среди вас есть кто-нибудь, кто, например, начинает только учиться косметологии и учится, например, перманентному окрашиванию ресниц. И как раз вот таким образом можно снимать перманентную краску, излишки ее остатки, когда мы красим, например, ресницы на месяц перманентным красителем. И, кстати, гель очищающий для этого тоже прекрасно годится. То есть в кабинете профессиональном, где занимаются окрашиванием ресниц и бровей, ему то же самое место. Вам хорошо, кстати, меня слышно через маску? Напишите кто-нибудь, нормально ли звук идет? Отлично, Саша. Спасибо, Светлана. Спасибо, Анжелика, да, потому что мы, это у нас второй, для меня лично, второй опыт в реальном времени проведения вебинаров, а не очных мастер-классов, когда мы еще и в режиме реального времени все показываем, да, не только на записи, поэтому боимся все время, что что-нибудь у нас, какие-нибудь технические моменты ухудшат качество подачи материала. Вот, ну, собственно, второй глазик я тоже уже домыла. Вот. Снимаем остаточки. И, собственно, если там на нижних ресничках что-то останется, мы как раз потом сможем дочистить. Придерживаем обязательно кожу, чтобы не растягивать. Вот, открой глазки. Так, вот здесь чуть-чуть подберем. И вот здесь. Все, глазки мы смыли. И теперь второй раз я умываю все лицо. Вот, при помощи мусса. В данном случае мусс возьму, который имеет... О, кому-то пригодилось смывание туши. О, значит, не зря, не зря. Значит, Анастасия не зря пришла с тушью на глазах. Вот, значит, еще что-то полезное мы сделали. Отлично. Вот, ну и я беру, второй раз умываю уже целиком при помощи мусса. Он тоже на кокоглюкозиде, на тиокалглутамате, то есть мягких павах. Тоже не сушит кожу, не вызывает чувство стянутости. Вот, пахнет вот как раз мусс с витамином С приятно таким апельсинчиком цитрусовый. Такой у него запах. Вот, и, соответственно, мы таким образом уже дочищаем кожу. Подготавливая ее к процедуре. Вот. Угу.
умывать, кому как удобно. Кто-то любит салфеточки между пальцев так брать, маленькие, да, кто-то, я люблю большой салфеткой умывать. Иногда удобно смывать при помощи одноразовых спонжей. Например, маски на основе каолина очень удобно смывать спонжами. Вот. Единственное, что я подчеркну, они должны быть одноразовые. То есть эти спонжики, которые растворяются у вас в воде и становятся из палочки таким спонжем. Вот на прошлом вебинаре я показывала такой, по-моему. Вот, не нужно дарить их клиентам и использовать повторно, потому что когда вы, казалось бы, благородный жест делаете и дарите клиентам этот спонж, они потом начинают его плохо очищать и могут спровоцировать себе какие-то воспаления, высыпания на коже из-за того, что будут им пользоваться, не дезинфицируя его. Вот, и таким образом мы медвежью услугу просто окажем этому человеку. Вот, так, ну что ж. В принципе, между поверхностным очищением, да, и глубоким очищением не обязательно использовать, например, тоник, да, но, в принципе, вы можете это сделать, да, то есть если у вас есть желание, можете после каждого контакта с водой использовать, но я особо не вижу такого смысла, я именно просто с целью того, чтобы прям завершить очищение, вдруг где-то что-то осталось, да, не смыто, использую сейчас тоник, а так вообще тоник желательно использовать уже после энзимной маски, вот, ну, в принципе, нет, все нормально, ничего не осталось, ватные диски чистые, вот, лицо у нас чистенькое. Следующий наш этап, что мы будем делать, да, мы будем делать легкий массаж по энзимной пектиновой маске, вот, и, соответственно, в тубе возьму ради интереса, вот, как бы, тут, наверное, фольга у нас, новенький флакон, до конца снятая. Так, мучиться снимать фольгу не буду в перчатках. Вот, возьму, с вашего позволения, все-таки 200-граммовый флакон. Вот. И нанесу энзимную маску таким средним слоем и, соответственно, сделаю по ней легкий массаж. Ну, для экономии времени я не буду, наверное, делать 15 минут. Вот, сократим немножко время. Тем более, что Настя и так регулярно делает энзимную масочку дома. И, соответственно, у нее кожа достаточно хорошо отшелушена. Что мы делаем? Да, мы берем энзимную маску, средним слоем наносим. Она может немножечко покалывать в процессе экспозиции, потому что у нее в составе фермент папаин. У нее в составе 5% молочная кислота, которая больше работает в такой концентрации, как увлажнитель, нежели чем кератолитик, но помогает все равно папаину расщеплять белок и, соответственно, отшелушивать кожу, растворять жир, растворять такое клейкое вещество, да, которое удерживает кератиноциты между собой уже, мертвые, отмертвевшие клеточки рогового слоя. Вот. Ну и, соответственно, мы сейчас будем делать классический предуход перед процедурами. Да, спасибо, тебе комплименты делают, что у тебя идеально выглядит кожа. Вот, с стараниями косметики. Какой? Да. Вот. Уже давно не изменяю. Ну да, Анастасия у нас когда-то работала в компании Гильтек, то есть стояла у истоков, можно сказать, и, соответственно, тоже пользуется ею, как и все мы. Смотрите, на этапе предухода, что еще как бы имеет смысл делать, да, вы можете пока делать, например, массаж по энзимной маске, прокачать лимфоузлы регионарные, да, то есть вы можете прям непосредственно уже оказывать активное воздействие
несмотря на то, что вы, собственно, пока что готовите кожу. Вы можете проработать какие-то проблемные зоны, например, с гипертонусом мышц, да, особенно в более старшем возрасте, в зрелом. Может быть, гипертонус, например, лобной мышцы, мышц вокруг глаз. Вы можете уделить больше внимания массажными движениями как раз этим зонам, пока вы работаете по энзимной маске, и кожа у вас в процессе отшелушивается. Более того, от тепла рук у нас все-таки энзимы работают более, скажем так, выраженно, активно, и мы помогаем им, собственно, вот этим вот ферментам, да, в частности, ферменту папаину, отшелушивать эпидермис. Поэтому вы можете, как говорится, какие угодно, на самом деле, движения, которые вам хочется сделать пациенту, да, которые считаете полезными, делать, да, и, собственно, в процессе вы убиваете двух зайцев, можно так сказать. Готовите кожу. Вот, допустим, у человека отечность, пастозность. Вот, бровки нравятся твои людям. Вот, я читаю ваши комплименты Анастасии, она очень довольна, приятно. Вот, так что, смотрите, допустим, у вас какие-то проблемы с зоной, например, лба, да? То есть вы можете уделить больше внимания, например, этой зоне. Вот. Спасибо, и про меня не забыли. Вот. И можете порасслаблять, скажем так, вот эти вот зоны с гипертонусом, да? Вы можете уделить больше чуть-чуть времени лобику, да, мышцы гордецов, например, да, процерус, вы можете как бы порасслаблять кругаторы, если у человека прям гипертонус в этой зоне. То есть, и в принципе, вы можете поработать с зоной вокруг глаз дополнительно, да, лимфодренаж создать, вот, чтобы снять отечность, например, с этой зоны. Вот, вы можете кровообращение улучшить, да, то есть вы можете какие-то растирающие движения делать, да, чтобы простимулировать сосудики. Единственное, что делайте массажные движения всегда очень мягко, потому что у нас у многих людей есть купероз, есть слабые сосудики и какие-то агрессивные воздействия в зону лица, я, честно говоря, вообще считаю практически, ну, неприемлемым, особенно в такой ситуации, потому что мы можем спровоцировать еще больше, например, купероз у пациента, и нам это, конечно же, не надо, ни нам, ни пациенту. Вот, то есть, если, допустим, здесь бы зрелая женщина такая лежала бы в возрасте и, например, с избыточным немножечко весом, да, с пастозностью, то можно было еще проработать дополнительно хорошо зону второго подбородка, щечки, то есть, и, собственно, и все это одновременно мы делаем с, как раз на этапе предухода для того, чтобы отшелушить эпидермис и для того, чтобы у нас лучше внедрялись активные компоненты в кожу, которые, собственно, мы собираемся дальше выводить. Вот. То есть это я к тому говорю, что вы можете импровизировать. Не забывайте, когда мы делаем какие-то массажные движения, делать их по массажным линиям, вспоминаем. Ну, это я, конечно, не для коллег-профессионалов, а больше для тех, кто будет потом смотреть на YouTube. Это видео, на всякий случай повторю, да, что у нас есть массажные линии, которые соответствуют коллатеральным лимфатических сосудов. И мы знаем, что у нас нижняя треть лица дренируется к мочке уха и вдоль грудино-ключично-сосцевидной мышцы, потом в подключичную зону лимфа уходит. Да. Средняя треть у нас дренируется к козелочку, и, соответственно, все наши массажные движения должны придерживаться вот таких, как говорится, направления такого. И лоб у нас дренируется через височную зону, тоже через передние околоушные лимфоузлы, и тоже вдоль грудино-ключично-сосцевидной мышцы мы лимфу сбрасываем. Вот, соответственно, в процессе подготовки кожи мы можем как раз вот легкий лимфодренажик сделать, и, соответственно, на самом деле много чего можем сделать, но как бы мы сейчас не будем на это тратить много времени, чтобы нам не задерживать, как говорится, наш эфир. Вот, и, собственно,
продолжить уже по нашей теме общаться, да? Вот, подготовили кожу, смываем. Можно тебя попросить ее сменить? Вот. Опять-таки мы энзимную масочку уже снимаем. Смывается она хорошо. Не щипала, ничего, нормально, комфортно. Вот. И, кстати, когда у вас происходит вот этот вот этап предухода, вдруг к вам пришел человек, допустим, с достаточно интенсивно закупоренными порами, и в целом как бы он не сильно старался до этого отшелушивать свою кожу регулярно, то вы, в принципе, в процессе можете что-нибудь там где-нибудь, да, убрать, видите, комедончики даже у Насти при идеальной коже выскочили сразу. Это я еще не полную экспозицию делала и не, собственно, и не держала маску под пленку. Вот, то есть они действительно после энзимной маски вылетают буквально сами, и можно аккуратненько что-нибудь чуть-чуть еще подубрать, чтобы у человека, например, носик был чище. Вот, но не перестараться, главное, если у вас человек пришел на антиэйдж-процедуру, он, конечно, не должен с нее выходить, Дед Мороз, Красный Нос, вот, поэтому это тоже учитывайте. Но энзимная маска, она позволяет прям даже хочется кое-что тут убрать. Вот. Все, масочку мы смыли. Вот, и сейчас уже я хорошенечко протру тоником лицо. В данном случае я воспользуюсь тоником с ахокислотами, наверное, да? Мы его любим. Вот, и, соответственно, ахокислоты, альфа-гидроксикислоты, они еще больше способствуют тому, чтобы вещества, которые мы будем потом наносить, лучше проникали, то есть немножечко помогают при открытии окно проводимости, собственно, которым мы воспользуемся для того, чтобы внедрить низкомолекулярную гиалуроновую кислоту без использования шприца и иглы в глубокие слои кожи нашей модели. Ну все, вот у нас личико готово. Если, я не знаю, видно ли через камеру, но когда вот хорошо очистишь кожу, отшелушишь, лицо приобретает такой лоск, блеск здоровый, да, то есть не жирный блеск, а именно такой лоск. Вот, и, соответственно, как раз уже на этапе предухода мы уже много чего сделали на самом деле для нашего до и после. Вот, я дополнительно всегда при пациенте рекомендую, несмотря на то, что там ваши электроды могут 10 раз быть уже обработаны, вот, я протираю их спиртовым антисептиком. Вот. И не забывайте то, что у вас спиртовой антисептик не должен внедряться в глубокие слои кожи вместе с нашим активным гелем, содержащим низкомолекулярную гиалуроновую кислоту. Поэтому остатки антисептика всегда протирайте еще водичкой. Вот. Ну, на самом деле, тот электрод, который в руке будет, тоже желательно протирать, потому что реакция химическая при ионофорезе идет на обоих электродах, поэтому желательно, чтобы они были оба готовы. И еще я рекомендую следующее. Это... Еще, ладно, близко все вытащу. Так. Вот. И учитывая то, что вы в процессе процедуры будете еще дотрагиваться до самого аппарата, такой маленький, может быть, не очень важный момент, но о нем, бывает, забывают. Вот, желательно все-таки сам аппарат, немножечко тоже те части, которые будете трогать, протереть антисептиком, потому что вы потом этими же перчатками будете касаться лица.
Вот, и поэтому желательно, собственно, об этом тоже не забывать. Вот, что мы делаем дальше? Дальше мы уже будем работать с аппаратом, который будет осуществлять саму процедуру ионофореза. Обратите внимание, кстати, на вот лоск, который появился, да, то есть лицо заблестело. Может, не знаю, видно, передает ли камера, вот, но вот такой прямо гладкий-гладкий эпидермис. Смотрите, у нас аппарат Mustang Physiogalvafor. Это наш отечественный аппарат, который используется и в физиотерапевтических кабинетах больниц. Это, ну, уже аппарату много-много лет компания НПЛЦ-техника его выпускает. И он достаточно простой, он предназначен именно для проведения гальванической процедуры. То есть это может быть гальванизация, ну, физиотерапия, это может быть ионофорез, то есть электрофорез. И это может быть, в косметологии еще используется, гальваническая дезинкрустация. Если кому интересно посмотреть, как она делается, у нас даже есть видео, где я делаю гальваническую дезинкрустацию, кстати, как раз на Анастасии. Вот, кому интересно, можно на нашем YouTube-канале посмотреть. Да и вообще подписаться, наверное, на него. Вот. Соответственно, мы для начала устанавливаем параметры. Включаем его в сеть. И у нас здесь на самом деле очень мало чего нужно регулировать. Достаточно просто. Слева у нас окошечко, где мы устанавливаем время. Соответственно, мы можем поставить 10 минут. Ну, потому что нам 10 минут, как правило, достаточно для проведения процедуры гальванической гальванического фореза. Вот, посерединке мы выбираем диапазон тока, на который мы ставим ограничение. То есть здесь у нас выбор 1000 микроампер, но микроамперный диапазон нам не нужен, мы будем в миллиамперном диапазоне работать. Вот, есть у нас 80 миллиампер, это диапазон, который используется при работе по телу, и 10 миллиампер, которые используются при работе в области лица. На самом деле мы, конечно, не будем бить Настю током силой 10 миллиампер. Это было бы очень неприятно. Средняя чувствительность у человека, как правило, где-то 2,5-3,5 миллиампера, когда ему комфортно. А выбирать силу тока мы должны по ощущениям пациента. И, соответственно, мы будем уже устанавливать силу тока, когда дотронемся электродом до кожи через гидрофильную прокладку. И, соответственно, будем устанавливать по ее ощущениям эту силу тока. Соответственно, что хотелось бы еще важное сказать, то, что у процедуры ионофореза, естественно, есть противопоказания. Это... Соответственно, самые типичные противопоказания для любой физиотерапии – это онкология, беременность, обострение каких-то хронических заболеваний всех органов и систем. Это декомпенсированные хронические патологии. Ну, самый простой пример – это сахарный диабет декомпенсированный, сердечно-сосудистая недостаточность и так далее. Вообще, к сердцу с физиопроцедурами будьте осторожны, потому что самые первые осложнения, которые бывают вот, действительно у пациента на кушетке на физиотерапии, особенно при передозировке физических факторов, случайных или намеренных, вот, это как раз именно сердечно-сосудистые осложнения. Естественно, наличие кардиостимулятора будет противопоказанием. Также, естественно, поврежденная кожа, когда мы вынуждены контактировать с биологическими жидкостями, а мы не должны это делать. Вот. И, кроме того, мы можем спровоцировать, например, при поврежденной коже какие-то процессы, когда мы делаем методику, предполагающую контактное воздействие. Да? Бесконтактные методики, как правило, используются при поврежденной коже. То есть это дерсонализация, это лазерная терапия бесконтактным способом. А контактные методики мы делаем только по интактной коже. Что еще важно? Наличие металлических конструкций каких-то у нас. Знаешь, никаких металлических конструкций не появилось за это время. Вот. Значит, это могут быть элементы остеосинтеза, это могут быть дентальные импланты, которые мы, если должны проводить процедуру пациенту с ними, должны заизолировать. То есть проложить, например, между десной и щекой плотную ватную турунду специально стоматологическую проще использовать, или капы специальные есть силиконовые, которые надевают. Вот. Сложнее, конечно, заизолировать, если стоят импланты верхней челюсти, потому что они вкручиваются достаточно высоко. И, конечно, удержать там турунду или как-то заизолировать полностью
не получится. Поэтому здесь уже мы смотрим с осторожностью, да, нужно ли нам это сделать. Лучше тогда другой, может быть, метод предпочесть, например, ультразвуком ввести какой-то препарат. И будьте осторожны, если к вам вдруг придут пациенты, которым между 2000 и 2010 году, годом установили золотые нити. Сейчас, конечно, крайне редко встречаются внутрикожные армирующие импланты, но, в принципе, человек может быть прошит еще в каком-нибудь 2008, и, собственно, когда это было модно, и, собственно, может с этим имплантом и существовать по сей день. Поэтому вот с этим будьте осторожны. Ну, в принципе, все остальное вроде бы я озвучила. Значит, как, собственно, проводится сама процедура? У нас есть пассивный и активный электрод. В аппарате Гальвафор очень легко поменять полярность, на самом деле, вот этой кнопочкой. То есть, я не знаю, видно ли на камере. Плюс-минусом меняются местами. Видно, как думаешь? То есть сейчас у меня плюс на красном проводочке, да, ну, то есть к тому электроду подходит, который, в котором красный провод, да, а минус на, соответственно, синеньком, который к синему проводочку подключен. Вот, но можно эту полярность и менять. Это нам как раз удобно, когда мы гальваническую дезинкрустацию делаем. И вижу вопрос, правда, мы назвали. Ну вот, когда мы делаем дезинкрустацию, мы в процессе процедуры дважды меняем полярность. Сначала с минуса работаем, потом с плюса. Поэтому очень удобно, когда эта кнопочка делается, а не когда нужно перетыкать электроды. Вот, Елизавета спрашивает, можно ли при аутоиммунных заболеваниях делать ионофорез? В физиотерапии допускается, да, использование ионофореза при аутоиммунных заболеваниях вне активного обострения, если нам действительно нужно локально что-то там, какой-то ввести препарат лечебный, создать депо его без задействования кровеносной системы и желудочно-кишечного тракта. Но в кабинете косметолога обычно аутоиммунные заболевания являются все-таки хоть относительным, но противопоказанием, то есть вообще для аппаратных процедур. Поэтому нежелательно, если у человека какие-то аутоиммунные процессы, васкулит и прочее, брать его на аппаратные процедуры. То есть здесь ограничений больше в косметологии. То есть в рамках эстетической медицины, а не в профильном ЛПУ, мы многих не можем взять. Потому что в профильном ЛПУ мы физиотерапию можем делать даже онкологическим больным в качестве реабилитации, например, и так далее. Но в эстетической медицине, к сожалению, мы, ну, к сожалению, сейчас не знаю, но, в общем, людей, которые, например, пережили операцию по поводу онкологии, мы не можем взять на эстетические процедуры. То есть физиотерапию я могу, например, пресс-терапию делать женщины после удаления молочных желез там, вследствие онкологического процесса, да, с регионарными лимфоузлами, чтобы убрать лимфостаз с пораженной руки, да, ну, на пораженной стороне. А в косметологии ее же я не могу взять на ту же самую пресс-терапию в рамках коррекции фигуры. Вот этот момент надо учитывать. Вот, смотрите, как у нас, собственно, проводится процедура. Мы настроили время 10 минут, поставили ограничение, поставили на 10 миллиампер, то есть он при всем желании, даже если мы случайно что-нибудь сделал, он дальше 10 миллиампер не прыгнет. Вот, ну и нам останется только включить пуск. Вот, здесь у меня есть пассивный и активный электрод, да, полярность я ставлю, чтобы у меня активный электрод, он у меня сейчас синенький, был минус, потому что мы будем вводить гиалуроновую кислоту. Гиалуроновая кислота вводится с минуса, соответственно, потому что при ионофорезе у нас диссоциируют на ионы наши компоненты, да, активные, либо лекарственные, либо которые в космецевтике, да, в косметике находятся. Вот. И, соответственно, мы используем как раз вот эти знания о том, с какого полюса мы вводим, ориентируясь на то, на какие ионы они преимущественно диссоциируют. Да? Вот, в частности, гиалуроновая кислота – это натрий-гиалуронат, который, соответственно, содержит ионы натрия положительно заряженные и отрицательно заряженные вот эти большие крупные хвосты, содержащие там и CH, и NH группы, которые заряжены отрицательно. То есть у нас в растворе, в геле, да, будет больше преобладать отрицательно заряженных ионов, и, соответственно, мы будем вводить с одноименного полюса, чтобы минус от минуса отталкивался и заходил глубже в кожу. Вот. Соответственно, что сейчас я, чем я занималась? Да, я обматывала наш пассивный электрод в несколько слоев влажной салфеточки для того, чтобы голая кожа не контактировала с
соответственно, с металлом электрода, потому что у нас химическая реакция, как я уже говорила, происходит и на плюсе, и на минусе, ну, в общем, на обоих электродах, и может даже, учитывая то, что здесь просто вода, да, она все равно диссоциирует, может быть неприятное ощущение, может быть даже ожог, поэтому здесь мы обязательно обматываем вот этот электрод в несколько слоев влажной салфетки. Еще один лайфхак, могу им поделиться, да, то есть вы можете просто завести себе в кабинете такие как бы сумочки, рубашечки для пассивного электрода, сшитые из влаговпитывающих салфеток из микроцеллюлозы, или как целлюлозы, знаете, такие вот, которым со стола мы снимаем какую-нибудь жидкость, и она прям сразу в эту салфетку, они такие сдавленные клеточки, да, тесненные. Вот из них очень хорошо сделать, вы просто вырезаете прямоугольничек, то есть два слоя этой салфетки, прошиваете с трех сторон, и вы просто эту сумочку одеваете на электрод. Она влажная, отжатая, будет держать хорошо влагу, и то есть не нужно ее там наматывать. Вот, и потом ее нужно, естественно, эти сумочки тоже дезинфицировать, ну, в любой там ваш дезинфицирующий раствор. Можете положить, да, алминул, например, и потом вы их промыли, посушили, используйте дальше. Вот, ну, либо одноразовые вот такие вот делаем и, соответственно, наматываем. Настя, возьми в руку. Это самое. Так, эти. Mm-hmm. Ну и можешь обратно руку себе комфортно положить. Вот. Сакцентирую внимание на том, что мы сняли все металлические предметы с нее. То есть металла на ней нет. Вот. И это тоже важно, потому что металлические предметы на пациенте быть не должны. Вот наш, соответственно, будет активный электрод. И активным электродом мы тоже не работаем по, соответственно, голой коже. Для этого мы берем салфеточку, точнее не салфеточку, а масочку готовую уже. Вот, но можем сами сделать ее из салфетки, если очень надо. Вот, и, соответственно, мы вот эту маску пропитаем тоником поляризованным. Ну, здесь в данном случае мы можем взять обычный наш самый универсальный помощник во всех аппаратных процедурах, тоник с гидролизатом коллагена алоэ вера, вот, для чувствительной кожи, которая идеально подходит, и он будет как раз, ну, вместо воды, субстратом, который будет увлажнять саму салфетку. Вот, я сейчас ее хорошенечко пропитаю. Вот, можно, конечно, замочить в какой-нибудь... Ну, все, вот он пропитался. Вот, можно в ложечку налить и там замочить. Вот. И, соответственно, вот эту вот уже масочку я нанесу поверх активного геля, которым будем вводить. Потому что активным электродом лобильным мы будем вводить по ткани. Значит, берем наш гель-концентрат с низкомолекулярной гиалуроновой кислотой. Наносим его тонкий слой. Так, новенький. Вот. Наносим его, ну, как бы тонким, средним. Он достаточно жидкий концентрат, поэтому мы его, собственно, не можем прям толстым слоем нанести. Но... ощутимым слоем, скажем так. Вот, мы не будем работать на шее, да, то есть как мы можем, в принципе, работать по передней боковой поверхности шеи, область щитовидной железы у нас всегда табу для любых аппаратных процедур, вот, но препарат активный мы все равно туда наносим, везде, где даже не будем работать. Шея, декольте, это важная часть тела. Вот. Соответственно, область вокруг глаз мы тоже не затрагиваем в процедуре. У нас костный край орбиты – это ограничитель, так сказать, для наших манипуляций. Дальше что мы делаем? Мы берем вот эту нашу пропитанную влажную салфеточку, укладываем ее на лицо. Как на прошлом вебинаре я объясняла, из шеи прекрасный получается нос.
Так, дышать есть чем? Вот. Раскладываем ее, ну, чтобы она каких-то прям выраженных складок не давала. Вот. И, соответственно, будем работать по салфеточке. Теперь важный момент. Значит, смотрите, когда мы настраиваем силу тока, помню, что у нас мы вводим гиалуроночку с минуса, поэтому у меня к минусовому разъему, да, подключен джек от минуса, от нашего лобильного электрода. Когда мы настраиваем, соответственно, силу тока, мы должны к какому-нибудь, ну, не очень чувствительному участку кожи, да, лица, прислонить электрод. И только после этого увеличивать потенциометром силу тока до комфортных ощущений, покалывания или мурашки. То есть жжение, боли быть не должно ни в коем случае, то есть должно быть комфортно. Спрашиваем обязательно пациента. Вот поэтому, кстати, еще одним противопоказанием важным являются среди хронических заболеваний, это неврологические патологии, при которых потеря чувствительности или какая-то искаженная чувствительность может быть на, в области воздействия. Поэтому здесь мы не сможем просто выставить силу тока по ощущениям пациента и просто не сможем такую процедуру сделать. Вот, соответственно, прикладываем, будем увеличивать силу тока. Сразу могу сказать, что в гальвафоре это НПЛЦ-техника, у них еще программно реализован такой момент очень удобный, что при моментах, когда мы отнимаем случайно электрод от кожи, вообще в процессе процедуры на большинстве аппаратов желательно не отнимать вообще электрод от кожи, если мы не убрали силу тока на ноль. Но здесь в данном случае не очень это страшно, потому что при моментах, когда мы отнимаем электрод от кожи, аппарат автоматически сбрасывает силу тока на ноль. Вот, но на всякий случай имейте в виду, потому что у вас может быть другие аппараты, да, и когда мы, например, на аппарате, где это программно не реализовано, отрываем электрод от кожи, у нас весь ток фактически в узкую точку начинает вот в какие-то доли секунды бить, и это может быть очень неприятно, то есть пациенту может быть резко больно, потому что у нас 2,5 мА могут превратиться в 5 или в 7. Вот, и, соответственно, поэтому старайтесь аккуратненько, то есть закончили процедуру, убрали силу тока, выключили аппарат, и потом убрали, соответственно, с поверхности кожи электрод. Значит, включаем аппарат, и поднимаем силу тока. И спрашиваем нашу модель, Анастасию, какие ощущения у нее есть. Ну, совсем-совсем. Сейчас близко. Чуть-чуть слабенькие, да, вот если поближе сюда подойти, где выходы нервы, например, тройничного. Ну, вот сейчас 1,5 мА, 2 мА у нас. Как ощущения? Чуть-чуть покалывание. Чуть-чуть совсем. Покалывание. Ну, 2,5 мА ставим. Ну, уже и в руку покалывание. Уже покалывание везде, да? Ну, так мы оставим 2,5 мА, да? В принципе, можно 3,5, если кто-то плотная кожа такая, как бы, и не нужно терпеть. Самое главное, что наша женщина, она же коня на скаку остановит, в горящую избу идет. Поэтому считают, что если сильно болит, значит, эффективнее процедура будет. Это не так. Вот, поэтому желательно все-таки, чтобы ощущения были комфортные. Вот, и об этом обязательно пациенту нужно сказать, объяснить. Вот. Соответственно, работаем по массажным линиям. То есть нижняя треть, как мы помним, да, у нас к мочке уха, да, средняя треть к козелочку, и, соответственно, массажные линии на лбу у нас идут через височную зону к козелочку. Нормально, комфортное ощущение? Да. Ок. Вот, соответственно... Лобик тоже можем так прокатывать. Вот. И таким образом мы внедряем нашу гиалуроновую кислоту в глубокий слой кожи. Вот. Кому удобно, можно перекладывать руку, да, брать другую, когда с другой стороны работать. Кто-то работает одной рукой, это, в общем, не принципиально. Вот. Соответственно... Если есть какие-то вопросы, как раз можете пока задавать, если они появились. Если все понятно, значит, все понятно.
Вот. В процессе процедуры бывает, что ощущения совсем становятся слабенькими, можно, ну, привыкает, рецепторы привыкают, нервные окончания, и, соответственно, можно чуть-чуть прибавить силу тока по аналогии как физиотерапии. Мы тоже как бы какое-то время сначала процедура проходит, да, когда мы, допустим, стационарными электродами вводим какой-нибудь препарат, и потом можно, медсестра подойдет к пациенту и прибавит немножечко силу тока. Комфортно? Да. Нормально? Вот. Кожа после воздействия, особенно минусовым электродом, может немножечко покраснеть, да, то есть это может быть гиперемия, потому что под катодом у нас происходят всякие процессы активизации, то есть расширяются сосуды, более активно работают сальные железы. Допустим, может... А здесь не очень приятно, да, уже? Угу. Давай здесь чуть-чуть убавим, да, носик, чтобы пройти. Вот так нормально? Терпимо, да? Вот. Ну, можем дальше опять. Комфортно сейчас? Вот. И, соответственно, уже сбилась, о чем я говорила. Вот. Забыла, о чем говорила. Так бывает. Смотрите, вопрос поступил у меня. В наличии геля алкарапан можно ли использовать такую процедуру? На самом деле алкарапан чаще используется по телу. Вот. Другое дело, сам гель алкарапан, он, там есть, конечно, активное, достаточно активное вещество, это сама соль рапан. Вот. И ее действительно можно теоретически пытаться ввести, но она настолько комплексная, что как раз... Йонофорез здесь не самая лучшая процедура для введения вот, тех веществ, которые содержат соль рапан. Проще обработать кожу, возможно, даже в этом смысле ультразвуком. Хотя, как бы, препараты на основе лечебной грязи, они используются для электрофореза. Вот. И в целом, если, допустим, есть отечность на теле, есть какие-то проблемы... различного характера, да, то есть какие-то застойные пятна, то есть нужно какие-то рассасывающие какое-то действие оказать, гематомы и прочее, то, в принципе, сульрапан можно использовать и для электрофореза. Но по лицу обычно элкарапан не используется, используется крайне редко. Вот, поэтому здесь элкарапан, наверное, не пригодится для процедур по лицу. Он достаточно много содержит солей, он может раздражать кожу сам по себе, а вкупе с... То есть на теле у нас менее чувствительная кожа, вот, а вкупе с воздействием еще электрическим током он может, соответственно, достаточно сильно кожу раздражать, поэтому я бы не стала так использовать его. Вот. Ну, собственно, мы гиалуроночку ввели. Можно сказать, да? Вот, я думаю, что можно уже даже чуть-чуть пораньше само воздействие уже прекратить, потому что она уже у нас вся внедрилась, ну и чтобы нам еще осталось время на маску, да? Вот. И смотрите, заканчиваем мы процедуру именно так, то есть сначала убираем силу тока на аппарате, можно даже выключить его для верности, да, и только после этого я отнимаю электрод от кожи. Понятно, да, этот момент? Вот, и дальше мы, соответственно, эту масочку снимаем. Остатки гиалуроновой кислоты мы можем водичкой снять, то есть прям возьмем, снимем водичкой, протрем кожу тоником, потом мы уже положим маску. Вот, потому что то, что у нас не внедрилось при помощи аппарата, оно у нас, собственно, и не внедрится глубже. Вот, и поэтому мы сейчас снимем остатки. Можно электрод пассивный, давай сберу, убрать, чтобы он пациенту не мешался. Вот. А, по поводу электропорации, да, сейчас отвечу. Сейчас я тогда, наверное, положу маску, и будете мне задавать вопросы, я спокойно буду отвечать, а то у меня проблема с, как это, корреляцией
слов и рук. Вот. Возьмем, протрем кожу тоником. И тут я схитрю немножко. Тоже, как бы я так часто делаю, на самом деле, в качестве тоника я возьму уже тот активный препарат, который, собственно, я буду использовать для маски. То есть это наш любимый лосьон-концентрат Нео с 10% дигидрокверцетином, который является и антиоксидантом, и очень хорошо уменьшает чувствительность кожи, сужает сосуды, ну, точнее, он просто укрепляет сосудистую стенку очень хорошо. Вот, при регулярном применении он рекомендован для зрелой кожи или для атоничной тусклой кожи, для людей с розацией, с сосудистыми проблемами. Вот. И в данном случае, так как я буду из этого же лосьона в сочетании с гелем с похожим составом делать маску, я в качестве нижнего слоя тоже использую этот лосьон-концентрат. Вот. И, соответственно, мы сделаем успокаивающую маску с эффектом фарфоровой кожи. Для этого мне понадобится гель для сухой нормальной кожи Нео. То есть вот эти два препарата, лосьон-концентрат и гель, они не являются сами по себе маской, да, но они в сочетании с одноразовой масочкой будут как раз именно активной маской, которая будет работать по типу коллагенового листа. Вот, возьму немножечко геля для сухой нормальной кожи Нео. Здесь в составе как раз тоже основным хедлайнером является дигидрокверцетин липосомальный, только его поменьше, чем в концентрате, естественно, здесь его 3%, а в лосьоне концентрате 10H. Вот. Но при этом два этих препарата, они будут потенциировать друг друга. Вот. То есть лосьон-концентрат, нанесенный поверх геля, то есть маску мы будем пропитывать им, он не будет тянуть по градиенту концентрации на себя вот эти все вещества полезные, он будет, наоборот, помогать им зайти поглубже в кожу. Так, я помню вопрос про электропорацию. На самом деле протокол практически такой же для электропорации. Можете, кстати, видео посмотреть на эту тему. У нас даже есть видео с демонстрацией процедуры электропорации, как раз тоже на Анастасии мы его делали. В один день как раз снимали дезинкрустацию и электропорацию. Вот, и протокол, в принципе, он универсальный. Он универсальный, потому что мы делаем форетическую процедуру, неважно какую, ультразвуковой форез или ионофорез, или, допустим, лазерофорез, у нас все равно будет поверхностное очищение, предуход у нас будет, то есть, например, массаж бензинной маски, потом мы наносим активный препарат, который вводим, это может быть гель-концентрат с низкомолекулярной гиалуроновой кислотой, это может быть, в принципе, и даже антивозрастной гель Нео или еще какой-нибудь гель, да, антивозрастной гель Нео с антиоксидантами. И, соответственно, мы процедуру проводим, активный уход, ради которого у нас пациент к нам пришел, и дальше мы можем снять излишки геля и нанести уже вот эту маску, которую сейчас я вам демонстрирую, либо положить альгинат как вариант, да, можем положить альгинат на сыворотке или на остатки геля, которые вводили форезом. И, собственно, для электропорации тоже золотым стандартом, конечно, является гель-концентрат с низкомолекулярной гиалуроновой кислотой. Но, опять-таки, можно выбирать гели для форезов. Мы всегда их выбираем по показаниям. То есть это не всегда будет гиалуронка. Это могут быть и другие гели с себорегуляторами и, допустим, какие-то антиоксиданты, например, или там, допустим, большая концентрация алоэ, как гель для зрелой кожи, формула 1, вот, который мы, форма 1, который мы можем тоже вводить различными форезами, то есть звуковым, электрическим, да, и лазерофорезом. Вот, смотрите, мы положили масочку сухую, и сейчас будем ее пропитывать как активатором, вот этим лосьонным концентратом. Фактически мы работаем с этой маской как с коллагеновым листом. Вот, то есть это у нас, можно себе представить, что это коллагеновый лист, да, и мы его пропитываем активатором. Вот, у меня как-то даже студенты очень метко обозвали эту маску дешевый фальшивый коллагеновый лист. Нам так понравилось название, что мы его прям вот прижилось, как говорится. Вот, сейчас я добавлю лосьон-концентрат в плошечку и буду наносить поверх геля.
Вот. Что касается оксанопептидных средств, вопрос читаю, можно ли использовать такой методики. Я не рекомендую пептидные средства использовать для различных аппаратных воздействий, ну, за исключением аргирелина в процедуре ультразвукового фореза. Потому что для всех других воздействий нет доказательной базы форетичности этих компонентов. То есть они прекрасно работают и без аппаратов. То есть они глубоко проникают, они сцепляются там с рецепторами своими, соединяются, да, на которые они должны воздействовать, будь это ремоделирующие пептиды или пептиды-миорелаксанты. Вот, и они, на самом деле, все пептиды работают идеально в регулярном уходе. То есть их нужно постоянно применять. То есть пока вы применяете, они работают. Вот, поэтому я не вижу смысла использовать, за исключением гель с бета-эффектом, при ультразвуковом форезе, например, ну или для микротоковой терапии, но там никакого фореза не происходит, потому что микротоковая терапия – это все-таки стимулирующая методика. Вот, не рекомендую пептидные препараты, скажем так, переводить продукт на аппаратные методики. Да, сейчас скажу, Анжелика. Вот, для того, чтобы... Потому что мы должны точно знать, что он не распадется на какие-то неактивные формы, что он не помешает самому физическому фактору, да, он не внедрится туда, куда ему не надо, ему, может быть, и не надо так глубоко, да, потому что, например, в пептидах-миорелаксантах рецептор находится в эпидермисе, ему не нужно в дерму. Вот, поэтому здесь вот такой момент. Смотрите, сейчас я отвечу по поводу лосьона. Смотрите, мы нанесли еще раз лосьон, то есть я протерла просто им в качестве тоника, может, другим тоником могла протереть. Вот, и сейчас я положила гель, содержащий липосомальный дигидрокверцетин, содержащий вазоактивные экстракты, там арника, плющ, бузина, постельница, лекарственная малевый огурец. Вот такой богатый состав. И у геля, и лосьона они похожи. Вот, только концентрация разная. Лосьон более концентрированный. И поверх маски я уже наношу лосьон, чтобы по градиенту концентрации он не тащил на себя, потому что он более концентрирован, он будет заталкивать ингредиенты в глубь кожи. И самый момент решающий, да, когда мы берем чистое сухое полотенечко, и вот этот весь компресс мы закрываем. Вот. Соответственно, закрываем полотенчиком, создаем такой, как бы... Вроде бы это и окклюзия, но с другой стороны кожа дышит, влага испаряется. Вот и в процессе экспозиции, да, у нас будет влага испаряться. И, соответственно, после этого мы снимем эту маску и нанесем финальный крем. Собственно, таким образом мы и делаем вот эту маску успокаивающую, восстанавливающую в конце. В принципе, любых процедур можно ее делать. Очень хорошо после чисток использовать, когда нам нужно какие-то покраснения, в общем, следы экзекуции убрать. Мы можем эту маску делать в конце любых других антиэйдж-процедур, каких-то воздействий аппаратных, стимулирующих. Например, сделали сеанс микротоковой терапии, нормализовали тонус мимических мышц, улучшили микроциркуляцию, осуществили лимфодренаж, да, для чего мы делаем микротоковую терапию, вот, и, соответственно, положили вот эту маску. То есть, в принципе, после лазерофореза отлично ее делать. То есть, когда мы делаем процедуру лазерной биоревитализации с использованием аппарата Mustang 2000+, или какого-нибудь еще аппарата, который позволяет низкоэнергетическим лазером внедрять низкомолекулярную гиалуронку, вот, сделали процедуру, опять-таки, на завершающем этапе положили вот эту маску. То есть, она просто идеальна для завершения различных процедур, в том числе процедур, как так называемых, быстрой красоты на выход, которые делаются. Вот. Что еще хотелось бы непосредственно про ионофорез сказать, да? К сожалению, не все препараты возможно вводить ионофорезом. Кстати, Анастасия, есть чуть-чуть покалывание от масочки? Да, немножечко, да. Вот, когда мы делаем эту маску, важный такой момент, в первые там полторы-две минуты буквально может быть легкое покалывание, такая рецепторная реакция, это нормально, то есть пациента можно предупредить заранее, Настя просто не первый раз уже маску делает, поэтому я ее не предупреждаю, но всегда спрашиваю, потому что, ну, всякое у человека может быть, да, вот, бывают и индивидуальные реакции на активы, тем более рабочие концентрации активов в профессиональной косметике, они всегда достаточно высокие. Вот, поэтому всегда должны где-то там задним умом держать возможность, что у человека может быть индивидуальная реакция. И контролировать ситуацию, спрашивать, обращать внимание на там, нет ли каких покраснений или зуда и прочее, да, чтобы вовремя смыть, например, препарат, который пациенту не подошел. На самом деле, конечно, что касается работы с гельтеком, да, у меня уже такой достаточно большой
опыт работы с препаратами компании Гильтек, ну и индивидуальная реакция, она, ну, может быть, ну, раза два там за последние 10 лет встречалась, и то в основном эта индивидуальная реакция связана была с антикуперозным гелем, который содержит чистый ниацин, да, и там реакция больше на происходит никотиновую кислоту в чистом виде. Вот, на, например, гель для сухой нормальной кожи Нео и лосьон-концентрат реакции практически не бывает. Более того, эти препараты используются очень часто пациентами с розацией, когда приливы и такая, скажем так, искаженная чувствительность за счет неправильности работы иммунной системы, да, кожного иммунитета у этих больных позволяет эти препараты использовать. То есть помимо сосудоукрепляющего эффекта и такого успокаивающего, в том числе даже антигистаминного действия, эти препараты хорошо снимают, например, вот эти вот эпизодические приливы, которые бывают при розации. Вот, то есть можно просто пробрызгать дома такому пациенту салфеточку или такую масочку лосьонным концентратом, положить минут на 10, да, когда вот этот прилив, и, соответственно, кожа немножко успокоится. Понятно, что на вегетатику они не повлияют, да, то есть у нас все-таки вегетативная система отвечает за приливы, но вот именно вот это вот покраснение и резкое расширение сосуда, да, поможет быстрее снять. И плюс комфорт прохладный, вот этот вот такой получается масочка прохладная на лице. Вот, значит, когда протерла лицо лосьоном перед нанесением геля? Нет, конечно. То есть здесь уже все, многослойная маска. То есть после того, как мы сняли гель-концентрат с низкомолекулярной гиалуроновой кислотой, его остатки влажным компрессом, мы уже ничего не смываем. То есть дальше у нас все будет только внедряться. И я протерла лосьонным концентратом в качестве тоника просто после контакта с водой, когда снимала, да, влажным компрессом гель-концентрат. Вот, могла бы другим тоником воспользоваться, это нормально. Вот, просто я здесь немножко усиливаю действие этой маски, потому что предполагаю потом как раз ее, да, то есть я могла воспользоваться другим тоником, например, каким-нибудь положить там миорелакс сыворотку на область вокруг глаз, лба и переносицы, межброви, да, положить актив лифтинг на все остальное лицо и шею, закрыть альгинатом, например. Вот, то есть в конце концов, если вы делаете курс процедур каких-то, вот в том числе ионофореза курсом, там, например, 10 процедур ежедневных или через день, как вариант, да, или, допустим, делать эпизодические такие воздействия, подпитывающие кожу, скажем так, там, два раза в неделю, то вы можете на каждой процедуре завершающий этап маску делать разную. То есть, если пациент с сухой кожей, можете сделать кремовую маску в конце, да, например, в какую-то из процедур на курс. Вот, то есть взять, например, в качестве кремовой маски наш любимый питательный ламеллярный крем, который спа апельсин, и, например, нанести его толстым слоем, потом после там 10-минутной экспозиции еще немножечко помассировать, и, или наоборот, сначала помассировать, потом сделать более толстый слой оставить, и будет у вас кремовая маска, например. Вы можете сделать такую маску, можете положить альгинат на сыворотке, вы можете положить в летнее время очень востребована маска акваудовольствия, которая где-то тут есть, по-моему. Вот, акваудовольствие тоже очень хороша, как успокаивающая маска, плюс она очень хорошо увлажняет, и плюс она стимулирует кровообращение тоже, потому что у нее в составе есть тоже эти экстракты, которые есть в геле для сухой нормальной кожи Нео. Но здесь нет дигидрокверцетина, здесь другие компоненты работают. Вот, полисахаридный комплекс. И она просто очень такая, вам сейчас попробую показать, она очень густая, видите? Видно? Сейчас. Сфокусируйся. Видно, да? Вот. Видите, она прям очень густая, да? И ее акваудовольствие очень хорошо. Некоторые даже дома, кто ее использует, хранят в холодильничке, чтобы она была прохладной. На полочке, естественно, на дверце, где там градусов 11. Вот. И она наносится вот таким прямо толстым слоем, где-то в миллиметр-полтора, чтобы она на лице лежала, как гидрогелевый патч. И, соответственно, тоже можно минут на 15-20 вот эту прохладную масочку, она еще такой холодок дает на коже. Причем холодок, нет там никакого ментола, то есть это не искусственный холодок, это просто вот такие ощущения. И тоже сужает хорошо сосудики, освежает тон лица. Дома, на самом деле, ее можно хоть, я не знаю, курсом ежедневным 10 раз поделать, если кожа сильно обезвожена. Как вариант, то есть у нее нет, в отличие от энзимной маски, каких-то ограничений по
количество применений. Это хороший увлажняющий препарат. Некоторые даже используют так в удовольствие, как sleeping mask. Ну, то есть сначала поддерживают 20 минут толстым слоем, потом излишки снимут, немножечко впитали, и, соответственно, потом, например, на ночь ее оставили, и утром только смыли остальное. Соответственно, по ней можно, кстати, очень хорошо делать эрефлифтинг. Идеальное совершенно средство для эрефлифтинга. Ну, дороговатенько, конечно, получается для эрефлифтинга, но в целом многие косметологи, физиотерапевты, которые работают с эрефлифтингом, отмечают ее как вот, ну, то есть гораздо интереснее, скажем так, и эффект, и комфорт процедуры, когда делаем пак в удовольствие вместо там какого-нибудь, какой-то разновидности просто контактного геля, да. А можно ли с домашними приборами? Конечно, можно. Да, то есть можно использовать аквадовольствие, можно с домашними использовать, с гаджетами, можно использовать любые наши гели. На самом деле, в основном все с домашними гаджетами используют гельтековские гели. Вот. И, собственно, получить эффект хороший за счет того, что рабочий гель. Вот. Потому что не все, к сожалению, домашние гаджеты имеют те параметры, которые позволяют получить какой-то суперэффект, вот, потому что в целях безопасности даже там зачастую параметры занижаются настолько, чтобы не навредить. Вот. А так, если у вас есть какой-то домашний аппарат, который либо имеет 3-мегагерцовый ультразвук, или, допустим, какой-то вообще не форез, да, то есть как бы не форез, а стимулирующая методика, а-ля там микротоковая терапия или что-то в этом роде, то можно делать вот такие полупрофессиональные процедуры, используя домашний гаджет. То есть вы тоже поверхностное очищение сделали, массаж по энзимной маске, да, протокол как раз, вот, потом вы наносите активный гель, собственно, по которому будете работать, да, если у вас там не форез, можете аквадовольствие нанести, там, микротоковым гаджетом поработать. Вот, потом остаточки маски снять, можно сделать вот такую маску в конце для усиления эффекта и нанести финальный крем. Вот у вас будет протокол универсальный. Универсальный протокол состоит из одинаковых этапов. То есть поверхностное очищение настолько, скажем так, оно будет интенсивно, насколько у нас кожа загрязнена. Есть макияж, нет макияжа, есть стойкий SPF, нет стойкого SPF на лице. Вот, то есть если есть стойкий какой-то крем с SPF, водостойкий какой-то, да, или, допустим, какой-то тональный крем плотный, то мы просто берем гидрофильное масло и умываем сначала гидрофильным маслом, наносим на сухую кожу, потом эмульгируем с водой и снимаем, да, и дальше уже домываем второй раз гелем, потом уже тонизируем, например, либо делаем процедуру глубокого очищения и потом уже тонизируем. Вот, соответственно, дальше у нас в протоколе будет всегда энзимная маска, например, массаж по ней, а если вы делаете ультразвуковой пилинг, можете гель дезинкрустирующий нанести за 15 минут, потом почистить ультразвуком. Видео, кстати, на канале тоже у нас в Ютубе есть про ультразвуковой пилинг, где я прям подробно рассказываю, показываю, как его делать, тоже можно посмотреть, когда наш вебинар, скорее всего, выложат в Ютуб, вот, поэтому мы его, собственно, снимаем тоже, вот, и как все наши вебинары, и, соответственно, там же на Ютубе можно прям поиском внутри канала забивать процедуру, которая вам интересна, и, соответственно, найти по этой теме либо короткий влог, либо какую-то демонстрацию процедуры, либо, допустим, целый вебинар, который для косметологов мы регулярно проводим, и, соответственно, там знания получить свои. Вот, не забывайте ставить лайки. Это поддерживает, да, еще говорят, комментарии раскачивают канал. Я, конечно, мое поколение не так знакомо с алгоритмами Ютуба, вот, но говорят, что лайки, просмотры и комментарии помогают развитию канала. Вот. Собственно, вот такой, собственно, протокол будет и с домашними гаджетами. Вот, то есть здесь без проблем. Другое дело, что вот, например, даже Ionophores, например, многие гаджеты это слово используют, но это не значит, что там вообще есть Ionophores, потому что, как мы сейчас увидели, да, Ionophores, то есть аппарат работает реально, спасибо, Екатерина, вот, аппарат работает реально там, например, на 2,5-3 миллиампер, а, например, большинство домашних гаджетов больше 1,5 миллиампер просто не разрешено с точки зрения безопасности делать силу тока. Вот. Из домашних гаджетов могу сказать, что для Ionophores'а, для себя, да, скажем так, компактный вариант такой, не, можно сказать, полупрофессиональный, это аппаратик Неватон, который как раз у него в одной манипуле можно за нее держаться, не забывая обматывать, да, и, соответственно, там же в эту манипулу встроен и активный электрод, и то есть вот он наиболее похож на профессиональные аппараты с двумя электродами пассивным и активным, но при этом можно самому себе, да, что-то делать. Вот, как вариант. Да,
Вот, вот такой достойный аппаратик. Вот. Так, ну что, у нас еще есть 5 минут для того, чтобы снять маску. Раньше времени не хочу смывать, тем более я достаточно хорошо нанесла геля. Вот, так что, если есть какие-то еще вопросы, задавайте. Как себя чувствуешь? Нормально? Все хорошо? Ничего не щипит, не колет, все отлично. Ну, будем надеяться, что все будет хорошо. Вот, мы сейчас подумаем как раз, кстати, чем закрыть. Мы можем на... Ну, учитывая то, что у Анастасии комбинированная кожа, ей, конечно, нужно что-то полегче, да, можно закрыть, можно было закрыть бы Витаматриксом, антиоксидантным коктейлем, это легкий крем с светоотражающими частичками, можно закрыть нашим любимым увлажняющим кремом, сейчас мы его найдем, вот, увлажняющим, я, наверное, им и закрою, вот, потому что еще, ну, сейчас уже, конечно, солнца там совсем нет, да, но, по идее, увлажняющий крем, вот этот вот, он один из самых таких универсальных для финала процедур. Во-первых, он есть в 100-миллилитровом формате, да, то есть все-таки такой флакон для кабинета более оправдан, потому что его хватит, при том, что здесь очень легкая текстура, эмульсионная, ламеллярная эмульсия, расход очень небольшой, то есть на одного пациента, ну, максимум там 1.5 миллилитра у вас уйдет, вот, а то и меньше. И, соответственно, здесь, ну, почти 80 там, пациентов может хватить его. Вот, для нанесения можем на глазки укрепляющий крем для век, хотя, честно говоря, ей рано еще. Вот, но можно нанести тоже с церамидами и пептидами укрепляющий крем для век, более такой плотной текстурки. Ну и, в принципе, если, например, у вас у пациента сухая кожа, вы можете антивозрастным кремом Rich and Restore тоже с пептидами нанести, так сказать, вот этот вот крем в качестве финала. То есть для финала выбираете по типу кожи, по состоянию. Вот. В редких случаях кому-то вообще можно гелем закрывать процедуру, если очень жирная кожа, летом и так далее. Вот. Либо, допустим, если вы в первой половине дня делаете процедуры, и солнце активное, например, больше 4 индекс инсоляции, вы можете нанести, например, мультипротектор с SPF 50+, в качестве финала. Он прекрасно распределяется, кожа не жирнит, делает матовую, для любой кожи подходит, оптимален для жирной комбинированной, потому что для сухой любой подойдет, да, для жирной комбинированной, к сожалению, SPF с высоким уровнем, да, сложно подобрать, чтобы он кожу не жирнил. Вот, мультипротектор, он уже так как бы тема известна, что он подходит очень хорошо для жирной комбинированной кожи, в том числе не жирнит ее, не забивает поры. Вот, потому что oil-free, он так и называется, мультипротектор SPF 50+, oil-free. Нет масел в нем и эмульгаторов, соответственно, которые эти масла бы удерживали. Соответственно, можем CC-кремом воспользоваться, опять-таки, ж, да, 0,1 и 0,2, прекрасная текстура, я, кстати, в нем сейчас, вот, мне 0,2 подходит с моим вторым, там, между вторым и третьим фототипом, кто посветлее кожи или вообще такая вот фарфоровая, более полупрозрачная, любит более прозрачную текстуру, там 0,1, то есть 0,1 и 0,2 CC-крем, кому интересно, это... Разница в количестве пигмента, то есть не в тоне, что один там будет желтее, другой розовее, как это бывает у декоративной косметики. Там просто 0,1 более прозрачный, 0,2 более камуфлирующий. Ну, нельзя, конечно, сказать, что CC-крем наш с полупрозрачной текстурой вообще что-то прям сильно камуфлирует, потому что это не тональник все-таки, это уходовый крем, который имеет SPF 25, то есть защищает кожу в городском режиме хорошо, и плюс имеет свойство выравнивания тона за счет пигмента. Вот этот пигмент там распределяется. Да, хорошо. Я, кстати, сейчас вот перед тем, как снять маску, могу сразу как бы перечислить, чтобы вам проще было, да, и чтобы мы потом на это время не тратили, да. То есть я умываю очищающим гелем. Мы можем, в принципе, любой брать очищающий препарат, да, то есть из наших можно очищающий гель, можно очищающий мусс, как вариант, да. И можно предварять очищение гидрофильным маслом нашим антиоксидантным, если вдруг у вас с плотным каким-то макияжем или тональным, или солнцезащитным средством пациент пришел. Вот. Им же можно с глазок смывать. Видели, как я это делала. Вот. Соответственно, потом мы делали уже глубокое очищение, массаж по энзимной маске. Вот, я не знаю, видно, не видно. Вот, по энзимной масочке. Вот, после этого мы ввели низкомолекулярную гиалуроновую кислоту из геля-концентрата с 2% низкомолекулярной гиалуроновой кислотой при помощи электрического тока постоянного. Вот, то есть сделали ионофорез. После этого мы сделали
Естественно, мы использовали после глубокого очищения тоник с аха-кислотами, но здесь вы можете выбирать любой. Вот, тоник с аха-кислотами я использовала перед форезом. А после фореза я уже использовала лосьон-концентрат Нео, который я использовала и для маски. Вот, а маску я делала из этих двух препаратов, то есть гель для сухой нормальной кожи Нео, наношу на кожу, потом одноразовую масочку пропитываю лосьоном-концентратом Нео с 10% дегидрокверцетином, ну и, соответственно, сверху укладываю полотенечко. Вот. А, соответственно, закрывать мы будем нашим увлажняющим кремом. Его, кстати, на зону вокруг глаз можно наносить, но я на зону вокруг глаз еще дополнительно укрепляющий крем нанесу. Чуть-чуть. Не пожалею. Вот. Ну что, 15 минут экспозиция маски. Снимем ее и посмотрим, что же у нас получилось. Вот. Получилось у нас фарфоровое личико, как мы и хотели. Вот. Видно ли вам или как вообще разницу, не знаю. Посмотрите, скажите. Вот. Остаточки, если где-то гель не впитавшегося есть, да, мы прям вот этой же маской его снимаем. Будем надеяться, что я везде все сняла. Вот, и, соответственно, теперь мы светится. Ты светишься. Вот. Берем с рисовое зернышко буквально укрепляющего крема для век с церамидами и пептидами. Более, скажем так, плотной текстурки. Это самый, скажем так, плотный крем, который у нас для зоны вокруг глаз существует. Самое плотное средство. Не обязательно крем, потому что у нас еще и гель есть. Вот, наносим на зону вокруг глаз. Вот. И, кстати, тоже лайфхак. Все средства для зоны вокруг глаз очень хорошо подходят для зоны шеи. Поэтому если в регулярном домашнем уходе вы используете, допустим, для комбинированной кожи более плотное средство для более сухой, скажем так, зоны вокруг глаз, типа укрепляющего крема для век, да, вы можете его же и на зону шеи и декольте наносить, потому что там тоже будет менее жирная, чем на лице кожа. Вот, и она будет тоже очень хотеть укрепляющих компонентов в составе. Вот, также при отечности можете использовать крем-сыворотку для век с эффектом лифтинга. Вот. Молодость прекрасна, говорят. Ну, на самом деле, Насте тоже не 16. Вот. Поэтому, как бы, будем объективными. Вот, наносим крем увлажняющий. Он у нас содержит SPF 10. Вот, и может защищать в городском, опять-таки, режиме от солнца, если индекс инсоляции, ну, где-то между 3 и 4, и мы не загораем. Вот. Ну и, собственно, вроде бы все. Везде питал. Вот, собственно, мы закончили. Сейчас я тут зеркальце найду, удовлетворю Настину любопытство себе посмотреть. Вот, если кожа, допустим, вы хотите прям совсем матовый финиш, вы можете сделать такой жест, как говорится, вы можете взять салфеточку, допустим, промокнуть чуть-чуть одну сторону, вторую. Но на самом деле увлажняющий крем, он очень-очень легкий, поэтому, ну, как бы особо и не нужен этот матовый финиш. Он и так его дает. Вот. Ну, собственно, на этом мы нашу процедуру закончили. Если у вас какие-то остались вопросы, задавайте их сейчас, потому что мы будем трансляцию сворачивать уже. Вот. Я очень благодарна вам за то, что вы нашли время прийти на наш вебинар. Вот, у кого есть возможность, кто живет в Москве, Подмосковье, приходите на наши очные мастер-классы, записывайтесь на
сайте. Мы там как раз разбираем и аппаратные методики, коллеги зачастую какие-то еще техники массажные, там и я тоже показываю. То есть разные всякие есть у нас на сайте, можно посмотреть в разделе обучения, какие у нас на каждый месяц, да, планируются мероприятия. Они, как правило, в конце месяца, на следующий месяц уже выкладываются. Вот. Тебе спасибо, говорят. Вот, так что приходите к нам. Кстати, если, допустим, у вас останутся какие-то вопросы, вы можете потом, когда на Ютубе это видео появится, прямо их задавать, и специально обученные люди мне обязательно их передадут, я на них отвечу, и их запостят в комментарии под видео, что будет поддерживать наш канал, я надеюсь. Вот, спасибо вам большое. Тогда мы, наверное, если вопросов больше нет, я вот вроде не вижу вопросов, вот, мы тогда будем заканчивать. А, самое главное-то, промокод у нас же. У нас же промокод должен быть. Вот, а промокод я, честно говоря, и не сказала. Так, сейчас один момент. Подождите пару секунд, и я вам напишу промокод. На самом деле промокод придет к вам, когда вам скинут запись на почту с этим вебинаром, который пройдет, вам потом придет еще запись, чтобы вы могли вспомнить, посмотреть. Вот, и сейчас я попробую оперативно посмотреть, какой промокод у нас. Секунду. Один момент. Так, 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 у нас сегодня 26 число. И промокод у нас звучит просто и легко. Forez. Сейчас я его тут напечатаю. Я здесь? Я без мыши не могу. Так, сейчас. Большими буковками. Форес. Вот, и вот такой вот промокод у вас в личном кабинете даст при заказе косметики в течение недели после вебинара дополнительную 10% скидку к вашему прайсу специалиста, ну, либо если не специалист, да, то от розничного прайса. Ну, не специалистам я всегда говорю, выгоднее промониторить, где дешевле, Аптека.ру, Wildberries, Озон, Яндекс.Маркет, не знаю, вот все маркетплейсы, и где там еще Золотое яблоко, Рижбург и Гоша, прочее, потому что бывают на маркетплейсах акции какие-то, когда будет дешевле, чем с 10% скидкой от розницы. А для профессионалов, конечно же, дополнительно 10% скидка к их спецпрайсу – это такая хорошая помощь. Эпизодическое, когда нужно чем-нибудь закупиться, можно прийти на вебинар и воспользоваться скидкой. Вот, в общем, всем тогда большое спасибо. Промокод я написала, я надеюсь, что правильно, без решеточки. Да, без решеточки, просто Forez. Вот, так что удачи вам в работе и всего хорошего.